А вы не знаете, вы тут работаете, да? Да. Где Кабакова, сад, инсталляция, она... Сейчас нету. А где она была? Она была там, где медгерменевтика. Там, а почему ее нет? Ее брали на выставку, а потом... А что, не вернули? Или... Нет, вернули, но экспозиция происходит, время от времени меняется. А на какую выставку, вы не знаете? Вы... Это давно было, это брали в Манеж. А, в Манеж. Да, в Манеж был. Но ее поставят на место или нет? Ну, когда-то да. Понятно. Это вопрос к отделу. Потому что мы ради нее сюда пришли, а ее нет. Это к отделу на весь. Все, спасибо, Анна, спасибо. Когда моя жена здесь, я храню вам, когда... Понял, спасибо, спасибо. Джефф Кунс. Ой, да-да-да, простите. Так, это какого? Херувима, 1991 год. Так, вот это Николай Овчинников. Неплохая работа, ранняя. 93-й год. Между книгой и картиной. Каспар Давид Фридрих. Неплохие вещи. Вот эта симпатичная вещь с дровосеком убитым. Поступок и награда, 68-69. И вот, конечно, роскошная вещь Эмендорфа с мухомором. И стульями дерутся, стулья, 80-й год. Это, наверное, первый художник, который стал миллионером из современных художников с конца 70-х годов. В начале 80-х. Сабина рассказывала, как она ехала в поезде вместе с ним в купе. Он весь был в драгоценных перстнях, в золоте и бриллиантах. И с цепью на шее огромной. Мощная вещь. Вот это кто-то... Это Кифер, Ансельм Кифер, 79-й год. Большой железный кулак Германии, 79-го года. Какая-то скульптурка. А это Бойса, 49-го года. Нифига себе, женщина-зверь. Ранняя работа, 49-го года, он же 21-го родился. Женщина-зверь, очень интересно. Тоже мощная чья-то вещь. Люпертс, Маркус Люпертс, 77-78. Стиль Эвридика. Хорошая вещь. Георг Базелец, 77-78. Базелец, тоже мощная вещь. Это зомби такие у него. Сделал зомби. А вот еще Эмендорф, 2003 года. Он 45-го года рождения, Мендорф, как Бакштейн. Нос. Ничего, такая вещь. И вот тоже главное. Собственно, я хотел вот сад посмотреть. И МГ. Это инсталляция «Белая кошка», но все работа Лейдермана. Вот это «Срединная империя». Вообще из своей тетради он увеличил. Из одной из тетрадей, наверное, какого-нибудь 83-84 года. Это, значит, портрет Сережи Ануфриева слева, справа Паши Пепперштейна. А в центре это его автопортрет, поскольку он кот по китайскому календарю. И вот в тех местах, где зовут на «ты», типично лейдермановская, и «Тихая жалость» просит к столу, это тоже из тетради какой-то. И это все, в общем, Лейдерман. Но как МГ 89-го года подписывается. Это их мощная вещь, как бы, если МГ. Да, отличная вещь, просто отличная.
Броскин. Ну, так миленько. Ничего плохого нет. Это ДПИ, конечно, такое. Но очень так мило. Какого года, интересно? Поздний. 98-го, 99-го. Всюду жизнь. 25 скульптур. Это такой, на самом деле, левый мозг. Он вкладывается вот в Нестерова, еще куда-то туда. Еще забыл, вторая женщина тоже левого мозга. Так, вот хороший триптих Янкелевского в метро. '87 года. Триптих номер 14. Автопортрет памяти отца. Потом вот фотореализм чей-то. Гоингса 77-го года, закусочная. Закусочная у Надилла. Ну и вот знаменитый триптих Игоря Макаревича. Кабаков, шкаф вот с обувью. Вот эту карту я ему посоветовал, Удмуртская ССР. У меня в то время я тоже как-то с картами... Инсталляции «Комары» в Ахине я тоже использовал. Карту только, по-моему, Бурятскую СССР, АССР. А вот ему посоветовал тут повесить. Это хорошая вещь, конечно, его. Роскошная. И вот обувь отличная. Когда он ее сделал? 87-й год. А Чуйкова в 81-м. Значит, шкаф Ильи, портрет Кабакова, 87-й. Чуйкова, 81-й. И золотое пространство Булатова, 88-й год. Вот так. Нет, ну вот так вот я буду, да. Вот Булатов. Вот он, золотой контур сзади. Какой год? Отложение тени было... Это значит 88-й, да. А мы делали золотой контур на голове зайца в «Русского мира». Тоже как бы отложение. Это Розенквист, 67-й год. Отличная вещь, да? Это Баски и Уорхол. И Пенк, Снегурочка. Вот эта вот скульптура Пенка. Хорошая вещь, такая свежая. Какого года, надо посмотреть. Пенк 88-й поздний. Это 84-й Баски с Уорхолом. Вот там Джаспер Джонс с внутренней рамой. 59-й год. Ранняя вещь. Это Твомбли. Тоже довольно ранняя. 68-й год Твомбли. Это Раушенберг. Стул. Турецкие бани по Энгру. 67-й год. А вот Уорхол еще. Портрет Людвига. 80-го года. А что на третьем этаже? А. Вот прекрасная вещь. Ларисы Звездочетовой. Крошки Цахис. Резон. '90-го года. А вот Олег Котельников, собственно, лучший художник Питера 80-х годов. Ну, еще Юфит, конечно, мощный. Но вот Котельников супер. Ну, вот тоже хороший, вот с этой вот елочкой розовой, Сотников,
Борисов «Елка». А Котельников 82-го года, всадник, Петр I на коне. А это 88-го сотников и «Елка» 2010-го. Видно, что ослабленное время 2010. Это сотников, персонажи компьютерных игр. Это 88-го, 87-го. Это хороший сотников тоже. Но Котельников мне больше нравится. Пивоваров 72-го года. Длинная-длинная рука. Это знаменитая вещь, я ее помню у него в мастерской. Вон мечеть там справа вдали. Да. Да, пойдем. Там есть коллекция вот этого. На 700 рублей я, конечно, могу тебе ее купить, не, если не, хочешь, не, но если не, ты ее повезешь. Не надо, это большой есть альбом. Уникальные какие-то книги. Это все уже... Вот роскошь мраморная. 18 века. А вот это Ринальди, это кто? Архитектор, который делал этот мраморный дворец. Должно быть. Вот. Это Лейдермана как раз, МГ. Прекрасная вещь. Вот Пригова мы не видели. Гороховского не видели. Это все, видимо, взяли. Захарова не видели. Это все взяли на выставку. Гонблаха не видели. Мастер. Макеревского видели, этого Макаревича видели. Так, а где же Кабаков у нас? Булатова вот это не видели. Вот Нестерова я имел в виду, да, в связи с Брускиным. Тут многих не видели, вот это не видели. Вот он, вот эта инсталляция «Сад», доска объяснения, ради которой, собственно, я сюда и шел, плюс МГ, хотел тоже посмотреть, но ее нет. Вот. С 78-го года.